Hello всем друзьям, с вами Илья Уан. И сегодня, как вы видите, у меня очень большое пополнение, аж в 4 машинки. Их мне привезли из Калининграда, и поэтому я решил, почему бы сразу на них четверых не сделать обзор. Все они, конечно же, у нас по тачкам 3. Ну и, в принципе, давайте потихоньку. Ну и я думаю, что начну, пожалуй, с Филмора. Потому что я заметил, что у него практически и так была открыта вот эта упаковка. Давайте мы ее посмотрим. Вот так она у нас выглядит. Ну и в принципе, вот такая вот у нас, как обычно, картонка, где написано Filmer на английском и русском языке. И вот он у нас в такой защитной пленочке. И вот такой вот у нас Filmer. Давайте мы его на него внимательно посмотрим. Он у нас переиздавался уже несколько раз. Изначально его версия была, по-моему, в Disney. Серия называлась еще Десерт, еще 2006 года. Я думаю, вы поймете, о чем я говорю. Здесь у нас тут практически разные наклейки. То есть он получается такой хиппи. Лицо у него более такое спокойное. Как мы видим, он, как мы знаем, он у нас марки Volkswagen. Ну и также у него здесь есть номер 51237. Вот у нас он выглядит с другой стороны вот так. Как мы видим, на нем разные рисунки. Также написано здесь PS. Сзади он выглядит вот так. Но я хочу сказать, что у меня здесь недочетик есть небольшой. Это вот... Вот. Вот эта штука, кстати, она отпала. Такое чувство, что они все бракованные. Вот так он выглядит сзади. А здесь написано Grovy и также Love. Как вы прекрасно знаете, вообще вот Filmer выходил в журнале «Тачки» 8 выпуска 2009 года. И я хочу сказать, что он там отличался немного вот от этого Filmer'а. Также, как мы видим, здесь нарисованы сверху разные звездочки. Ну и, в принципе, вот он у нас выглядит с одним зеркалом всего лишь. Ну и, в принципе, марки у нас он Volkswagen. Один из таких очень интересных и простодушных героев. Следующим по логике у нас должен быть сержант, потому что он как бы у нас друг Филмера, так скажем, в кавычках. А тот, в принципе... Тут все сделано на скрепках. Вот как вы видите, тут его зовут Сержант. И у нас тоже упаковка по тачкам 3. Что же, давайте мы избавимся от этого всего дела. Я хочу сказать, что здесь упаковки помятые. Они, к сожалению, были не из детского мира. Вот. Но, в принципе... Надеюсь, что у меня все прекрасно получится достать. Тут очень много этого степлера. Такое чувство, что здесь упаковка скрыта. Так, я почти избавился от всего этого. Так, ну ладно тогда, давайте я за кадром открою и все вам покажу. Ой, с
трудом пополам я наконец-таки избавился от этих скобок. Их было очень много. Ну и давайте, в принципе, наконец-таки достанем сержанта. Как вы знаете, у меня уже сержант один имеется. Вот так у него имя на русском и на английском. И давайте мы его достанем из защитной пленочки. И вот такой вот у нас сержант. Как вы видите, у него здесь такая наложена тряпка. Также у него здесь на капоте написано «Звезда», тут какие-то цифры. Решеточка у него такая. Такие вот шины. Ну и можно сказать, что здесь он, видимо, его значок, можно так сказать. Сзади он, как вы знаете, имеет номер 400, точнее 41 ВВ2. Отсылка к Второй мировой войне. Ну и также у него здесь запасное колесо. И также вот этот бензинчик. Этот сержант у нас выходил в 11 выпуске 2009 года. И если вы чуть-чуть подождете, я его вам сравню. Покажу вот с таким сержантом, который я имею. Теперь у меня их два. И вы видите, что они, можно сказать, так отличаются. Потому что этот у нас имеет меняющие глаза, а у этого ничего такого нету. Ну и также, как мне говорили, это у нас красный такой, такая заправка, что заправляет молнии Маккуина. Но, в принципе, они особо ничем не отличаются. Просто вот этот сержант имеет вот такой вот, такую грубо, так скажем, заправку. Но, в принципе, теперь давайте переходить к нашим девушкам. Следующим я решил взять Фло, потому что она у нас тоже очень редкая. И, в принципе, как тут опять, все опять на таком вот степлере. Ой, да, как же я люблю это все открывать, что просто ужас. Но, к сожалению, здесь именно вот так все держится. Такое чувство, что здесь была давно уже вскрыта упаковка, и поэтому я именно вот так ее... Именно вот так вот сделаю. Хотя вот можно, конечно, сделать другим вариантом это дело. И я думаю, что... Ой, ё-моё, не забыл взять. Ну, в общем, я думаю, можно прорезать вот это все дело. И ничего такого особо не будет. Хотя вот тут осталось чуть-чуть совсем. Ну, я думаю, можем все это подрезать. О, во, вот так вот отлично. При помощи ножичков мне удалось это освободить Фло. Она, к сожалению, у нас не имеет такого таблички, которая имела сержант и Филмор. Ну и, в принципе, вот такая вот у нас красотка. На камеру вам, к сожалению, не передать, она вся блестит. Но я тут вижу сразу же промахи, она тут у меня очень серьезно так поцарапалась. Ой, я даже не знаю, что было с тачками. Ну вот, как вы видите, у нее номер Show Girl, как-то так у нее этот был номер. И вот такие вот у нее, в принципе, фары. Также, как вы видите, у нее такие вот белые колеса.
Ну и такая вот форма машины, очень интересная. Как вы знаете, Flow у нас выходила в 10-м выпуске 2009 года. Ну и как вы знаете, это у нас жена Рамона. Вот, у меня коллекция жителей Radiator Springs начала пополняться. Осталось мне только приобрести 4 жителей, и можно сказать, что у меня уже они все будут собраны. Вот, в принципе, также она мне понравилась, к сожалению, меньше всех. Конечно, я понимаю, что она блестит, но из-за того, что у меня тут очень сильно машинка поцарапана, то это, конечно же, очень сильный минус. Наконец, последний у нас герой из серии Тачек 3. Тоже персонаж женского пола, который не имеет у нас картон, табличку именную. Это у нас Натали Дайджест. Ну или как ее на русский перевели, Натали Конкретто. Что мне, к сожалению, не очень таки нравится. Что ж, давайте мы ее... Ох ты! Вот так распаковали. Она ж даже сама у нас. И вот она, Натали Дайджест. Как вы видите, она у нас здесь сохранилась очень хорошо. У нее здесь номер К0131В. То есть у нас отсылка к актрисе, которая ее озвучивала. В принципе, тут диски на колесах сделаны очень прикольно. С одной стороны и также с другой. Также, как вы знаете, она является телеведущей вместе с Чико Racing Sports Network. И она также выходила в журнале «Тачки» в 4-м выпуске 2018 года. Давайте мы сделаем небольшое такое сравнение и посмотрим, чем они различаются. Здесь у Натали от Mattel глаза очень большие, а у журнальной они очень маленькие. Также здесь не прорисован капот. Ну и в принципе, также здесь различаются колеса и окна более темнее. Потому что здесь сделана также черная черная обводка. Ну и также на металлической фары сделаны куда лучше. В принципе, вот такой вот необычный у меня обзор на вот эти 4 машинки. Ну что же, давайте переходить в конец этого ролика. Ну что ж, вот и подошел к концу этот у меня обзор. Здесь я вам показал все 4 машинки. Практически новые. У меня это такое за всю свою жизнь второй раз. И мне, в принципе, нравятся все, кроме, к сожалению, Фло, потому что у нее поцарапан хорошо бок. Ну что же, это был канал Илья One. Подписывайтесь и ставьте лайки, комментируйте. До скорых встреч, ребята!